Глава администрации Цивильского района проведет 2 года в колонии-поселении. Цивильский районный суд вынес приговор в отношении действующего сити-менеджера муниципалитета 39-летнего Андрея Павлова. Его обвинили в незаконном воспрепятствовании предпринимательской деятельности и превышении служебных полномочий. Приговором суда глава администрации Цивильского района, 39-летний Андрей Павлов, признан виновным в превышении должностных полномочий и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, также совершенной с использованием своего служебного положения. Установлено, что подсудимый, являясь главой администрации района, дал указание своим подчиненным на подготовку документов о досрочном расторжении образовательными организациями района действующих договоров на техническое обслуживание электроустановок, ранее заключенных с МУП ЖКУ Цивильского района, с последующим заключением нового договоров с другой организацией, в которой он ранее занимал руководящую должность. Указанные поручения Павлова были исполнены. Договора на обслуживание расторгнуты, в результате чего муниципальное предприятие не получило дохода на общую сумму около 500 тысяч рублей. С учетом мнения прокуратуры, суд определил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права занимать должности на государственной муниципальной службе на срок 2 года и штрафом в размере 50 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.